к зимнему сезону в обновленном виде. План работ пока по капремонту многоквартирных домов в горячем ключе выполнен на 90%. В течение месяца будут завершены оставшиеся 3 объекта. Обновление фасада, ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и самый популярный вид работ – замена кровли. В этом году, благодаря высокой платежной дисциплине, в программу по капремонту в горячем ключе вошли 9 многоквартирных домов. На эти цели было выделено порядка 23 миллионов рублей. Где-то приоритет был сделан на один вид работ, а в 3 МКД капремонт было решено провести сразу по 3 направлениям. На 6 объектах работы уже завершены. Отремонтированы фасад, отмостка и фасадные окна на улице Калинина, 21А в городе. В поселке Первомайском заменили шатровую крышу на Юбилейной, 10. Аналогичные работы провели в городе на Советской, 100А. А на Пролетарской, 22А, заменили также и систему теплоснабжения. На Ярославского, 102А, привели в порядок инженерные сети. На Ленина, 182, отремонтировали систему холодного водоснабжения и канализации. Сегодня работы полным ходом продолжаются по улице Красной, 36. Перестелить шатровую крышу должны в течение месяца. На Ленина, 179А, остались нюансы косметического характера. А в 175-м доме капремонт инженерных коммуникаций выполнен на 95%. Между тем, уже верстается план на следующий год. В 2021 планируется включить в программу 13 многоквартирных домов. Среди наиболее востребованных видов работ по-прежнему остается замена кровли и инженерных сетей.